Значит, как определить машину из-под такси в Швеции? По регистрационному номеру. Даже, наверное, можно по ВИН-коду. Пробег 350 тысяч, 390, да, ну, явно было в такси. Бывает, что и в описании пишут, что это не закрытая информация, собственно, ни для кого. Первый вариант такой, что car.info нам поможет. Сюда забивается регистрационный номер 6873. Также сюда, по-моему, можно еще ВИН-код писать. И вот первая же строчка сразу. The vehicle has been registered as a taxi. То есть машина была уже регистрирована как такси. Мы, значит, заходим еще для подтверждения в историю машины с самого низа. Вот здесь в 14 году она была в такси, 11 она была, родилась, в 14 году в такси начала работать, в 17 продолжила и в 18. Здесь также написано, сколько хозяев было. Вот. Собственно, тут понятно, что машина, да, была в такси, никто этого не скрывает. Второй еще полезный сайт — это транспортный департамент Швеции, но чтобы быстро туда попасть, именно на страничку поиска информации о машине, можно набрать просто for don'ts в Гугле. Естественно, я ссылку оставлю вот этой странице внизу. Вот. И тогда сюда вбивается регистрационный номер машины шведской. И по поводу такси здесь не написано, но здесь можно посмотреть последний техосмотр, который был 16 марта 2020 года. Вот здесь написано, да. И он действует до 30 апреля 2021 года. И пробег на тот момент, вот на 16 марта, был 360 тысяч. Вот такая полезность. Подписывайтесь, буду еще выдавать все фокусы остальные по бизнесу, поэтому...